если гаит, то это не я. Ну, если мы все будем по правилам, мы так и будем стоять все в этом дворе, как бараны. Конечно. Что мешает вам отъехать? А если наглец вот так вот, да? Не спорю. Ну, давайте вы вдвоем разъедетесь и там между собой как-нибудь решите. Я говорю, отгоните его, я разъеду. Почему я должен ему уступать, объясните мне? Хорошо, он тоже уступит вам. А вы отгоняйте, отгоняйте. Тебе проще разъехаться там или вот здесь вот во дворе, где узкая полоса? Мы были вдвоем, никого больше здесь не было, уважаемые. Здесь никого, ни одной машины не было. Вы и я. А вы туда, а потом это, хорошо? Давайте, он отъедет.